На заключительном дне Международной недели коучинговой сепаси, на дне, который посвящен лайф-коучингу. Я Светлана Мишина, я сегодня буду с вами на площадке, член Совета директоров ICF России, глава комитета по маркетингу и пиар, коучи ICC ICF. Я вижу, что нас сегодня мало, и мы понимали, что вполне такое возможно, потому что суббота, хорошая погода, и выделить 4 часа, это тем более, если многие из вас уже смотрели предыдущие дни, то в субботу выходной. И в то же время мы понимали, что лайф-коучинг в субботу – это очень как-то по уму и правильно. То есть это время нашей жизни, это про жизнь. И вот прежде чем мы сегодня с вами пойдем в этот день, я хочу задать вам вопрос. Сейчас мне команда поможет этот вопрос вывести в Ментиметре на экран. И было бы здорово, если бы вы по ссылке в Ментиметре на этот вопрос ответили. То есть что есть в вашей жизни, когда она вас радует? Что там важно? Что там должно присутствовать? Какое-то ощущение там, спокойствия, удовлетворенности, уверенности, какие-то материальные вещи, юмор, счастье, вдохновение, юмор. Да, как, знаете, в 16 лет в своем дневнике написала, что чтобы, недавно нашла, что чтобы хорошо жить, нужно чувство юмора и чувство пофигизма, у меня там было написано. Сейчас бы я немножко сформулировала иначе, с чувством юмора абсолютно согласна. То есть у нас получается такая история, вот в коучинге именно, что мы изначально делим коучинг на два больших направления. Бизнес-коучинг и лайф-коучинг. И вот этот вопрос всегда, что было раньше, курица или яйцо, что важнее, что играет большую роль, что больше востребованностью пользуется. Какой коучинг, бизнес или лайф? Мы этот вопрос специально задавали президентам различных чаптеров на первом дне открытия Международной недели коучинга. Нам было в понедельник, 17 мая. Нам было, как команде, очень интересно послушать, как в других странах. И вот я не знаю, были вы в первый день или нет, мы увидели, что дифференциация очень большая. То есть Сингапур нам ответил, что бизнес-коучинг и лайф-коучинг у них очень сильно разделены. В запросах про бизнес-коучинга нет вообще места никаким вопросам про лайф. То есть у них коучинг достижений бизнес-целей. А когда мы говорили с главами чаптеров отделений ICF в Германии и в Румынии, то там картина, наверное, более близкая к нашему, к российскому менталитету, в том плане, что в бизнес-коучинге в какой-то момент возникает лайф-коучинг. И вот для меня, я работаю там и там, но не про меня речь, вот я просто к тому, что я могу сравнивать. Я понимаю, что во всем бизнесе мы, кто идет работать в бизнес, кто идет работать в найм, кто руководит бизнесом, это люди. И от того, как у них решены вопросы своей жизни, от того, насколько они себя чувствуют спокойно, удовлетворенно, как у них выстроены отношения, насколько они понимают главные качества своей жизни, главные цели своей именно жизни, это все проецируется в бизнес и в работу. Мы с вами, наверное, это все понимаем. И поэтому вот те слова, которые вы сейчас пишете на экране, игра, энергия, уверенность, счастье, юмор, успех. Главное, у нас идет юмор, любовь и счастье. А потом идут игра, спокойствие, уверенность, энергия. И многие, что у нас еще здесь? Драйв, смысл, доверие. И вот если смотреть, как это в бизнесе, как это у нас на нашей работе, во фрилансе, те, кто работает сам на себя. Эти все качества, получается, во многом проецируются и туда.
И поэтому вот ответ на вопрос про курицу и яйцо, что важнее, лайф-коучинг или бизнес-коучинг, он, мне кажется, его нет, потому что эти два вида коучинга, вот как сама наша жизнь, очень тесно переплетены. Мы не можем полностью вот закрыть за собой дверь на работе и сказать, все, теперь я человек, теперь я живу. Мы не машина, у нас нет такой кнопочки «вкл» и такой кнопочки «выкл», которая могла бы нас из одной роли в другую переводить мгновенно. То есть эта жизнь, она везде. Жизнь, она больше, чем работа, она больше, чем бизнес, она больше, чем что-либо. Она больше, чем отношения, больше, чем хобби. Это всегда наша вот такая целостная система. И поэтому я прямо счастлива модерировать день лайф-коучинга, потому что, во-первых, это моя такая искренняя любовь, лайф-коучинг. А во-вторых, вы знаете, потому что сегодня так получилось, что за наших спикеров голосовали. Мы спикеров выбирали по числу голосов, кого хотят услышать на площадке. И вот так уж вышло, что сегодня все спикеры сегодняшнего дня – это те люди, которых я хорошо знаю. С меня разные отношения с ними связывают, в разных процессах мы встречались. И для меня это огромное удовольствие сегодня с ними быть на площадке и вам их представлять. И я вижу по темам сегодняшнего дня, что это очень многогранно, потому что лайф-коучинг, он, это же тоже не одно направление, это много различных направлений, которые включают сюда и коучинг отношений, коучинг поиска смысла жизни, и с разными запросами, коучинг реализации, коучинг выработки новых, поиска новых путей в своей жизни, новых стратегий, коучинг того, чтобы пересобрать. Не всегда коучинг – это резкие какие-то значительные изменения. Иногда достаточно сдвинуться на несколько буквально вот миллиметров в своей жизни, по-другому собрать все то, что у нас уже есть, и это приносит очень сильные результаты. И поэтому мы сегодня про лайф-коучинг. И если у нас уже есть, да, вижу Ирину на площадке, и мы начинаем наш день не с лайфа, а с уже традиционного на этой неделе в 2021 году традиционного интервью с президентами ICF России различных лет. И сегодня у нас на площадке Ирина Бахарева, это президент-элект ICF России. Элект – это значит будущий президент, президент 2022-2023 года. То есть до этого мы с вами брали интервью, слушали тех, кто уже был президентом, интервью настоящего президента Резиды Шакуровой. А сегодня у нас Ирина. И вы знаете, мы сделали это абсолютно сознательно, потому что вот такая преемственность, когда президент-элект готовится стать президентом за год, он выбирается за год до вступления в роль президента. Это тоже важная черта того сообщества, которое мы здесь представляем на площадке. То есть во многих компаниях, в обществе в целом, преемственность у нас и в нашей вообще культуре, она не всегда так развита, и вот мы ее формируем. То есть мы прокладываем такой мостик из прошлого через настоящее в будущее. Я вижу Ирину. Ирина, привет, давай проверять звук. Доброе утро. Доброе утро. Да. Все хорошо? Да, мы рады тебя. Третий день на площадке. Много с нами вместе. На этой неделе прошла всего и разного. Красивого, мощного, изящного звука и звука мира. Тоже много у нас всего было. И мы рады. Здорово, что мы все улыбаемся, и этот праздник, он продолжается. Я знаю, что ты знаешь вопросы, потому что ты их сама уже в эфире задавала. И все-таки я хочу, у нас с тобой 16 минут, вот так нам с тобой повезло. О, прекрасно. Да, вот, я хочу тебе эти вопросы озвучить, и как тебе будет удобно. То есть в чем, вопрос первый, триединый, по трем уровням. А в чем, по-твоему, сейчас
ценность коучинга вот в то время, вот в настоящем, в которое мы живем, для человека, для компании и для общества в целом? Вот я думала над этим вопросом, он для меня как бы такой единый, вот на самом деле очень единый вопрос. Мне кажется, что коучинг вообще, он, это я сейчас свое личное мнение об этом говорю, да, он является частью эволюции человека. То есть коучинг помогает человеку эволюционировать. В чем? Эволюционировать в мастерстве жить, эволюционировать в том, чтобы быть соединенным с собой, эволюционировать в своем мышлении, потому что предмет коучинга – это все-таки мышление человека. Мы работаем с мышлением, мы вот в этой части. Да? И тогда, если посмотреть на коучинг как на часть эволюции человечества, на то, что помогает нам сейчас становиться в большей степени такими, какими мы хотим. Мы все по-разному. Кому что важно и нужно в коучинге, кому-то нужна личная эффективность, кому-то нужно качество проживания своей жизни. В общем и целом, коучинг – это поддержка человека в том, чтобы эволюционировать в области мышления быстрее. То есть такой катализатор получается, который позволяет человеку осуществлять те изменения, которые он хочет. И тогда, вот это если общий ответ, и тогда с точки зрения самого человека, это прежде всего качество проживания своей жизни. Мы не знаем, сколько нам отпущено, мы не представляем, сколько лет мы будем жить. Но вот за качество проживания своей жизни каждый отвечает сам. Есть вещи, которые мы не способны изменить в своей жизни. Я сегодня утром думала о том, что вот мы живем в 2021 году, и в этом году, прямо сейчас, где-то умирают люди от голода. Это странно. Но прямо сейчас на это повлиять невозможно, а со временем на это повлиять возможно, то есть сделать какие-то шаги в эту сторону. И вот есть вещи, которые мы не способны поменять, есть вещи, которые мы не способны поменять в моменте, но со временем можем. Но есть то всегда, что мы можем изменить, как мы себя чувствуем сейчас, в данный момент времени, и что мы вообще проживаем в тех условиях, которые нам предлагает жизнь. Поэтому, мне кажется, с точки зрения человека, это возможность жить ту жизнь, которую хочется, и быстро адаптироваться к меняющимся условиям. С точки зрения бизнеса. В бизнесе... Да? Ну, можно я прямо на секундочку? Да. Ты знаешь, я сейчас умучаюсь головой кивать, потому что вот мне прямо откликается каждое слово. Я понимаю такую штуку, что да, мы без коучинга можем прийти туда же в своей жизни. Но, допустим, через 7 лет. И вот искренне жалко эти 7 лет не до качества, то есть да. Можно и другой естественный путь, да? Конечно. Да, и то, и другое естественным путем. Коучинг, он тоже не насильственный, он тоже естественный, но просто как-то это быстрее может произойти. Я вот говорю там про свою жизнь. И понимаешь, что там жалко просто идти туда своим путем, если можно прийти уже быстрее тоже своим путем, но вот с катализатором. Да, да. И здесь возникает такая история, как осознанность, да, такое распространенное сейчас просто мнение, множество людей занимаются осознанностью с разных сторон, с точки зрения там нейрофизиологии, с точки зрения медитации, с точки зрения классического психологического подхода, что это такое. Коучинг способствует, влияет, создает возможность для того, чтобы эта осознанность наступала в жизни человека быстрее, что вот эта широта взгляда, она была такая по-настоящему широкоформатная, чтобы можно было видеть системно. И все вот это в совокупности, конечно, влияет на качество жизни. А второй там пункт был про бизнес, правильно? Бизнес и общество. И когда мы говорим о том, для чего коучинг в бизнесе и в чем ценность вообще коучинга в бизнесе, это все-таки экономия затрат. Вот я сейчас говорю на языке бизнеса, и, может быть, это не так красиво, когда вдруг про экономию затрат. А на самом деле мы экономим ресурсы. Мы экономим ресурс человеческий, прежде всего, человеческий капитал. Мы начинаем по-другому раскрывать людей и экономить людям много времени на том, чтобы создавать результат для компании. Мы начинаем экономить ресурс финансовый, потому что коучинг позволяет делать многие вещи просто быстрее, эффективнее, качественнее, совместнее. И как бы еще важная история о коучинге, то, что коучинг помогает единонаправить внимание многих людей, то есть направить его в сторону достижения целей. И тогда энергия уходит из энергии конфликтной между людьми для того, чтобы объяснить, доказать, прокоммуницировать эффективно, так, чтобы с другой стороны тебя поняли. А эта энергия начинает направляться в сторону достижения общего результата. И тогда, конечно, все становится быстрее. Ну и плюс та же самая адаптация в нашем мире, в котором меняется все космически быстро, я бы вот так, наверное, сказала.
То есть получается, что, как я слышу тебя, что, или, может быть, я сама себе там фоню, не тебя слышу, что получается тоже очень близкая картина. Можно протестировать большое количество гипотез в компании, на которые уйдет время, энергия на сопротивление, уйдут финансы, уйдут вот многие такие вот вещи. А можно сузить, выбрать это количество гипотез для тестирования, какие-то выделить самые важные, и тогда это важно потому, что скорость изменений такая, что на тестирование всех гипотез просто у компании может времени не хватить. Да, и значительно усиливается качество коммуникации внутри самой компании между людьми. То есть эмоциональный фон, вот если взять некий нейтральный эмоциональный фон в компании, когда как бы не хорошо, не плохо, но как вот ровно люди ходят на работу, им там как бы ну, нормально. Вот если этот фон нейтральный чуть-чуть сдвинуть в сторону позитива, вот чуть-чуть сдвинуть общий эмоциональный фон, то тогда любая коммуникация становится более эффективной. А сдвиг этого эмоционального фона, он происходит автоматически. Если мы говорим об интеграции коучинговой культуры, если мы говорим о командном коучинге как форме, да, тогда это происходит совершенно автоматически. Просто люди начинают эффективнее работать. То есть когда хочется, получается лучше. И эффективность для бизнеса, она давно доказана, и постоянно эти исследования проводятся. И тогда вот в отношении общества, то есть что это дает для нас, для всех. Это дает, коучинг дает возможность, наверное, для общества в целом сфокусироваться на том, что мы можем делать сообща. То есть невозможно, конечно, создавать изменения на уровне всего мира. Но если мы посмотрим, в принципе, нашу организацию, на ICF, ну как невозможно? Вообще-то возможно. Вот во всех уголках планеты, прямо сейчас, на этой международной неделе коучинга, где-нибудь, например, в Объединенных Арабских Эмиратах, где-нибудь, например, во Франции, где-нибудь, например, в Штатах, и вот и у нас сейчас здесь, мы одномоментно на протяжении этой недели рассказываем много о коучинге нашим потенциальным клиентам и рассказываем о коучинговом мастерстве друг другу внутри нашего коучингового сообщества, возможно ли влиять на мир в целом? Пожалуй, что возможно. Пожалуй, что возможно. Только это не резкое изменение переключения в кыл или выпал. Это очень такой постепенный эволюционный процесс. Вот коучинг, он тем и хорош, что это очень эволюционно. Это может быть очень гомеопатически, когда малейшие изменения создают изменения потом. Мы же все время в коучинге ищем разницу, которая будет создавать разницу. Мы ищем изменения, которые за собой повлечет массу других изменений. И ровно так же это срабатывает на уровне общества. Мне кажется, нам очень важно, нужно и ценно в разных-разных областях использовать коучинг. И в бизнесе, и в лайфе, и в некоммерческих организациях, и в школах, и в здравоохранении. В каждой из этих областей коучинг может создать что-то уникальное. Угу. И я так понимаю, что ты делаешь паузу. Это был первый вопрос, да? Ира, второй вопрос. И у нас с тобой еще достаточно времени, чтобы его прямо вот обсудить. В чем лично для тебя ценность быть в ICF? Вот кто-то из спикеров говорил, отвечая на этот вопрос, из предыдущих ораторов, что эта ценность меняется с течением времени. И она, правда, меняется с течением времени. Я пришла в ICF 5 лет назад, получается. Мне кажется, 5 или 4, могу ошибаться. В момент, когда мне было очень сложно вообще разобраться в том, что такое коучинг и что в нем происходит. У меня уже было образование базовое, и я уже активно была в профессии, но мне почему-то было много чего непонятно. Я много раз заходила на сайт ICF Global для того, чтобы туда вступить. Когда что-то бывает для нас очень важно, вот у меня тогда был как раз такой момент. Сознание как будто бы не пропускало информацию. То есть я смотрела в этот сайт, и как-то несколько раз я доходила до момента оплаты, и что-то меня останавливало. Я как-то не могла сообразить, то там карта не срабатывала, то еще что-то было. И я вступила в ICF накануне, буквально за несколько месяцев, до Международной недели коучинга, и провела эту Международную неделю коучинга очень активно в своем регионе. То есть мы сделали несколько мероприятий таких больших. То есть для меня на моменте входа мне хотелось вообще разобраться, и мне хотелось в том, что такое коучинг и что такое ICF, и мне хотелось
хотелось ощущение плеча, что я вообще не одна. Что вот есть другие люди, которые также относятся к коучингу как к профессии, для которых это не хобби, которые не являются коуч-компетентными руководителями, а полностью переходят в коучинг для того, чтобы это было основной деятельностью, основной профессией. И мне было очень-очень интересно. На протяжении, наверное, нескольких лет, двух или трех, я участвовала во всех мероприятиях, которые только были доступны, вообще во всех. То есть все, на что звали, я на все приходила, и мне было очень интересно, потому что у меня целые тетрадки списаны, потому что коллеги очень активно делились своей практикой и каким-то инструментарием, и своим взглядом, и философией коучинга. И за это же время я исследовала сайт ICF Global, потому что он огромный, там очень много чего есть, и много каких исследований есть, которые полезны для жизни. То есть мне кажется, что на начальном этапе вступление в ICF – это такая возможность быть среди своих, понимать, что есть человек, которому можно задать вопрос. Вообще-то, ну, любой, по сути. Я ни разу не встречала внутри нашего сообщества в ICF, чтобы я кому-то задавала вопросы, мне не отвечали. Вот такого вообще ни разу не было. Никогда. Всегда, когда я спрашивала, приходил какой-то ответ и какие-то ссылки, и какая-то возможность интегрироваться в информацию. То есть ценность была в том, чтобы найти то сообщество, в котором можно развиваться профессионально, в котором можно напитываться опытом тех, кто был до меня, и в котором можно создавать какие-то проекты интересные и коллаборации, то есть с кем-то можно иметь контакт. Со временем ценность стала другой. Ценность стала в том, что кроме того, что я вижу современные тенденции, я использую исследования, наработки, которые проводит ICF Global в своей работе для возможности предоставить своим клиентам цифры. Клиенты любят цифры, на которые можно посмотреть. Ценность стала еще и в том, что... Это у нас исчезло на экранчике, это случайность. Ой-ой-ой. Да, это случайность, коллеги, простите, у меня такое бывает с камерой, она, спасибо, что сказала, она отключается самопроизвольно. Так вот, ценность со временем эволюционирует, и из позиции, когда я как член ICF больше брала, и ценность для меня была в том, чтобы больше узнать, больше научиться, к позиции, что есть чем делиться, и я готова это делать. И продолжая работать и напитываться стандартами ICF, потому что это просто очень важно. То есть все, что касается стандартов, по которым мы с вами работаем, это наша опора, это то, что дает для нас основу, это то, что подпитывает нашу практику на самом деле очень и очень серьезно и дает четкие, ясные ориентиры. То есть, по сути, вот когда я смотрю на компетенции, наверное, я воспринимаю их как координатную плоскость. Вот это ось абсциссы, ось ординат, по которой я движусь в своей профессии, понимаю, что происходит, и что происходит с моей практикой, и что происходит с моими клиентами. И еще мне очень важно принадлежать глобальному сообществу. Я хорошо знаю себя и понимаю, как устроено мое мышление. И когда я выбирала эту профессию в коучинге, я хорошо понимала, что кроме вот этой сутевой основы, которую я чувствую как там, свое предназначение, как свое призвание, как то, чем очень хочется заниматься, еще есть момент, я очень хочу принадлежать к той организации, которая живет сквозь границы, для которой нет государственных границ, а они просто отсутствуют. Это мы как люди. Вот мы как люди, мы такие. Мы имеем возможность взаимодействовать друг с другом через океан, мы имеем возможность делиться самым-самым современным. Вот что-то появляется в одной части мира, и очень скоро через какие-то открытые мероприятия, мастер-классы, через конверс, например, эта технология, она расходится на много-много-много людей. И там через пару лет ее используют во всем мире. Вот для меня это очень важно. Для меня очень ценно осознавать и быть частью мирового сообщества, для которого не существует границ. То есть вот то, как я тебя услышала, получается, что это динамичная ценность, развивающаяся, что это двигается баланс брать-давать, что это система координат своего развития, и это безграничная рамка, безграничная рамка международного сообщества, где мы выходим за границы в разных смыслах этого слова. Да. Спасибо тебе огромное. Такой, знаешь, ну, маленький провокационный блиц. Да, да. На 30 секунд, как у нас модно на площадке. Блиц на 30 секунд. Твоя метафора коучинга. О, крылья.
круге. Это даже гораздо быстрее. Спасибо тебе большое. С нами была Ирина Бахарева, президент-элект ICF России 2022-2023. Прекрасного тебе дня. Благодарю.